В эфире «Утро Карачаево-Черкесия» на телеканале «Россия». Всем доброе утро! И начинаем новый день января с погоды. В Карачаево-Черкесии местами небольшие осадки, дождь и мокрый снег. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура ночью до 7 градусов мороза, а днем до 8 тепла. И в горах минус 2 плюс 3. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. В Черкесске без существенных осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура ночью до 4 градусов мороза, а днем до 6 тепла. Именитый ингушский спортсмен, серебряный призер Олимпийских игр по вольной борьбе Калой Картоев, известный в Турции под именем Селин Ешар, провел мастер-класс для юных борцов в Кызыл Октября Зеленчукского района. Также жители аула подарили ему лошадь карачаевской породы и вручили документ почетного гражданина аула Кызыл Октябрь. На мастер-классе известного спортсмена побывал Алихан Лепшоков. Обучать спортсмена разнообразным тактическим приемам и наглядно показывать, чтобы дети могли усвоить и применить все это в схватке. Серебряный призер Олимпийских игр, российский и турецкий борец вольного стиля Калой Картоев, известный в Турции как Селим Яшар, провел весьма увлекательный мастер-класс для юных спортсменов аула Кызыл Октябрь. Ингушский спортсмен рассказал молодым ребятам, как необходимо проводить тот или иной прием, чтобы одержать победу в схватке. Прошу, он выкидывает, я не выкину. А большинство так делает. Да, хорошо. Он выкидывает голову, он уходит сюда. На обратно дает. Поняли? Дети с особым интересом наблюдали и старались запомнить все тонкости, особенности каждого приема. Он объясняет нам доступно и особенно приятно, что мы можем своими глазами увидеть мастерство этого известного на весь мир спортсмена, отмечают юные борцы из аула Кызыл Октябрь. Этот мастер-класс очень нам поможет всем. Мы будем работать над всеми его приемами, будем смотреть все детали. И этот мастер-класс нам понадобится на соревновании. Он показал очень много хороших приемов. Внимательно за мастер-классом наблюдали и наставники юных спортсменов, а также главный тренер сборной Карачаево-Черкесии по вольной борьбе Алибек Акбаев. Он подчеркнул, что наблюдая за такими именитыми спортсменами, как Калой Картоев, молодежь будет стремиться развиваться и достигать высоких результатов. Это очень важно для детей. Вот, приехал к нам в гости Калой Картоев, заслуженный мастер спорта, призер Олимпийских игр. Вот он приехал, показал свои коронные приемы, поделился своим жизненным опытом, пообщался с детьми. Они получили очень большой опыт. И надо почаще делать вот такие мастер-классы. Благодарность за проведенный мастер-класс от лица жителей аула Кызыл Октябрь глава администрации Эмир Эркенов подарил ингушскому спортсмену черного скакуна карачаевской породы бурку и документ почетного гражданина аула Кызыл Октябрь. В свою очередь серебряный призер Олимпийских игр Калой Картоев поблагодарил всех за оказанный теплый прием и подчеркнул, что братские связи между ингушским и карачаевскими народами всегда будут крепки. Я по себе знаю мастер-класс или когда приезжают именитые спортсмены в зал к детям, это большой стимул для них, для дальнейших тренировок, для достижения своей цели. Поэтому, когда меня приглашают в тот или иной зал, чтобы показать детям, поделиться опытом, я это делаю с удовольствием. Сегодня тоже вот сделали мастер-класс, показали детям пару приемов. Дали пару советов, пофоткались. Я думаю, от этого будет польза, иншаллах, и для детей, и для этого села, для подрастающего поколения. После для желанного гостя жителями аула был организован курмалык угощения, где ингушскому спортсмену вручили и другие ценные подарки. Алихан Лепшоков, Ислам Урумов, Вести Карачаево-Черкесия, Зеленчукский район. Новый информационный день продолжает свое вещание на телеканале «Россия». Ровно в 9 смотрите «Вести» на ногайском языке, затем также программы «Ногайской редакции». В 14:30 «Вести» Карачаево-Черкесия с Аллой Динаевой. Всем удачной рабочей недели, хорошего дня и встретимся завтра.